Опоздал всего на 20 минут, а, Грег? Довольно неплохо для твоей жалкой задницы. Твоего сучеватого отношения будет ко мне маловато, Бриджет. Глупец, я использую так 30% от своих сил. Что если бы люди были как в аниме? И вот так нужно освежевать кошку. Клариса, что я тебе говорю о том, чтобы не спать в классе? Я не сплю, мистер Стюарт. Прости, что? Я сказала, что я не сплю, мистер Стюарт. Я не понимаю, ребят, вы можете... О мой бог, сколько дней я не видел человеческих лиц. Эта грудь слишком огромная относительно всего остального моего тела. Знаешь, как мужчина, я вынужден не согласиться. И теперь начинается 100-метровый забег. Бегуны, займите позиции. Приготовьтесь. Марш! Такой стиль бега совершенно им не помогает, но они все равно продолжают это делать. Здрасте, мне нужно обновить документы. Что ж, вы хотите скорее обновить документы, чтобы продолжить делать свои дела? Вы правы, сэр, я слегка тороплюсь. Так, 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 если у вас бланки, чтобы сделать все официально. Я забыла бланки. Что ж, это плохо, потому что... Я не остановлюсь. Вы можете мне помочь? Я не остановлюсь, я не остановлюсь. Помогите, помогите, помогите. Пожалуйста. Такая странная штука, язык. Это просто звуки, передающие общее понимание между двумя аналогичными, но совершенно разными существами. Звуки, которые могут иметь первостепенное значение. Они вызывают постоянство и перемены. Если произносятся вслух, то либо рассеиваются, либо никогда не будут услышаны снова, исчезающие в один миг с рождением. Так как же реагируют на подобный вопрос? Зная, что вопрос состоит из звуков, столь простых и столь нематериальных, способных связать мою душу с другой душой на века. Я согласен! Какого хрена ты завис на 10 минут? Но... Почему же я завис на 10 минут? О, привет! Слушай, ты просто будь аккуратнее. Ты думаешь, что ты ешь быстро, но ты на самом деле вообще не ешь. Ты просто крутишь лапшу назад, вперед и все. Да. Потому-то я, наверное, все еще голоден, да? И она хотела снять с него рубашку, но он такой, детка, парни не сексуальны. И она потом такая, типа... Чувак, им же по 14! О, нет, я все равно обратно обещаю. Нет, ты теперь сам по себе, чувак. Я все равно обратно верну, как было. Хорошо, полагаю, пора прокачаться. Ладно. Давай. Твою мать. Так, ладно. Открывайся. Тут надо толкать. Что если бы люди были как в аниме? А еще серии ты можешь посмотреть прямо по аннотациям на этом видео. А перевела Алена Лопатина, озвучил Виски. Ага. And if you want to see a classic Smosh video, click the box on the right to check out our real Death Note video. I guess that's it. Bye!